Ну, всем привет. Завтра еду на карпа, и вот пришел показать, как я буду делать наживку. Одна кукуруза будет с чесноком, вторая с ванилью. Ну, как дальше будет все, я вам покажу. Ну вот, минут 15-20 надо ее варить. Потом достаем одну кукурузину и будем ее разделывать. Ну вот так вот потихонечку отделяем ее от кочерги этой. Видите уже сколько снял, я думаю, ее будет вполне достаточно. Дальше мы будем засыпать их в коробочку. Я думаю, вот что похватит. Это мы сделаем ванильную. Вот сюда вот я чеснок уже порезал. Добавляем вот эту кукурузу. Сюда сейчас ваниль, аромат. Совсем немножко. Также чесночную. Ну все, это мы уберем на ночь в холодильник. А завтра уже поедем пробовать на это есть. Но это работает. Тут вот в правом углу покажется видео, где я вот на такую ванильную кукурузу, карпа и карася поймал. Ну ладно, всем пока.